Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». Сегодня 30 декабря. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. И как только будет понятно, что у нас с вами есть обратная связь, мы начнем наш обзор. Я делаю небольшую паузу, жду, пока вы отреагируете. Итак, если есть контакт, вы ставите плюсик. Жду, когда вы отреагируете. Реакция немножечко затягивается. Ну, я так полагаю, что, наверное, все нормально, все хорошо. Иначе бы уже сейчас написали, что нет звука, что какие-то проблемы. Поэтому давайте начнем наш обзор. Открываю, как обычно, макроэкономическую статистику. Статистики не очень много у нас с вами. В 10 часов сегодня вышли данные по Великобритании, индекс цен на жилье. Месячные данные показали рост на 0,8%. Годовые данные выросли на 4,5%. Данные достаточно позитивные для британского фунта, но переваривать все это, я так предполагаю, наверное, будет он уже только после новогодних праздников. В 10.00 одновременно с данными по Британии вышел индикатор потребления в Швейцарии по данным UBS, ноябрьские данные. Потребление составляет 1,66. Чуточку лучше, чем в предыдущий отчетный период. До этого значение было 1,63, при этом оно немножечко пересмотрено. В 12.00 у нас с вами был агрегат денежной массы по еврозоне. Масса немножко схлопывается, до этого был рост 5,4%, теперь рост всего на 5,1%. Не очень хороший показатель, который, опять же, говорит о том, что пока что... Это, конечно, очень косвенно, нисколько впрямую здесь об этом говорить нельзя, но то, что инфляция пока что не работает. Частные заемы у нас с вами немножечко выросли, значение 1,4%. Пусть небольшой, но все-таки позитив для еврозоны. В 15.00 индекс ипотечного кредитования должен был выходить, данных сейчас нет. В 18.00 по Соединенным Штатам незавершенные сделки по продаже жилья, месячные данные и данные по году. Посмотрим, какие они будут. Рост показателей позитивно, снижение негативно. Ожидается, что сегодня произойдет дальнейшее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах. До этого у нас было почти... Без 0,2 6 миллионов баррелей сокращения, теперь 2,5. Пусть не такая мощная цифра, но тем не менее, если запасы будут сокращаться, это может в какой-то степени поддержать немножечко, пусть чуть-чуть, но тем не менее нефтяные котировки. Из новостей это практически все. Завтра заседание ЕЦБ по монетарной политике должно быть в 15:30, но... К этому времени, конечно, торговать уже, наверное, совершенно бессмысленно, поэтому, думаю, вряд ли кто-то будет из вас находиться в торговле, и можно будет просто посмотреть чисто из академического интереса, если в новостной ленте Dow Jones будут какие-то данные, почитать, что же там будет говориться как раз о том, как поведет себя европейский регулятор. Я посмотрел сегодня новостную ленту Dow Jones, не нашел практически вообще ничего интересного. Вот сейчас давайте обновлю данные, может быть, что-то появилось в самое последнее время. Итак, смотрим. Межбанковские валютные курсы, фьючерсы на индекс, котировки упали, бла-бла-бла. Все пока что не очень интересно. Министр нефти Саудовской Аравии готовы удовлетворить абсолютно любой дополнительный спрос. Опять же, нового ничего нет, цены на золото снизили, бла-бла-бла-бла-бла. Даже ОПЕК не может решить проблему избытка предложений на рынке нефти. Так, фондовые рынки Европы. Опять же, пока что ничего интересного. Кредитование в еврозоне в ноябре 1,3 против единицы в октябре. Это мы с вами уже смотрели. Так, европейские рынки снижаются. Вы знаете, ничего интересного не могу найти. Вот есть какой-то заголовочек «Рост мировой экономики в 2016 году разочарует». Об этом говорит глава Международного валютного фонда. Ну, давайте посмотрим, откроем эту новость, что у нас здесь говорят. Так, рост мировой экономики, перспективы.
Да. Об этом сказала Кристин Лагард в колонке ежедневной немецкой газеты. По словам Лагард, нормализация кредитно-денежной политики в США и переход Китая к более медленному росту являются необходимым и здоровыми процессами, но при этом они должны осуществляться настолько эффективно и гладко, насколько это только возможно. Более высокие процентные ставки в Штатах, укрепление доллара США могут привести к дефолту компаний по платежам и таким образом оказать влияние на банки и страны в целом. Однако эти риски являются управляемыми, так считает Кристин Лагард. По ее мнению, большинство высокоразвитых экономик, за исключением США и, возможно, Великобритании, по-прежнему будут нуждаться в мягкой кредитно-денежной политике. Еврозона может улучшить свои перспективы за счет решения проблемы невозвратных кредитов. Банки могут увеличить кредитование и повысить эффективность кредитно-денежной политики. Ну, знаете, ничего нового интересного не нашел. То есть это только общие фразы, и, по сути дела, никакой конкретики у нас с вами здесь нет. Так, смотрим дальше. Испания. Пока что ничего интересного. Официальный индекс PMI в Китае вырос немножечко. Это хорошо. Позитив у нас идет с вами из Китая. Нет, вы знаете, дальше только межбанковские валютные курсы по Гринвичу. Больше ничего интересного я не нашел. Какие у вас будут вопросы? Что не ясно, что непонятно, вполне возможно. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, если есть вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Свой вопрос затем напечатайте. Я сделаю паузу, подожду, пока вы напечатаете свой вопрос. Если же вопросов нет, поставьте плюсик. И мы с вами быстренько пробежимся достаточно быстро по краткосрочной торговле. О среднесрочной сейчас, конечно же, нет смысла совершенно говорить, поскольку конец торгов, тонкий рынок. Серьезно анализировать совершенно, конечно же, нечего абсолютно. Ну и судя по тому, что количество участников сегодня, если не на порядок, то в несколько раз ниже, чем это бывает обычно, в общем-то я делаю вывод, что сегодня интереса к этому обзору практически нет. Те, кто есть, просто уважая тех, кто пришли, давайте быстренько посмотрим сейчас технику. Итак, нефтяные котировки, нефть марки WTI. На часовом таймфрейме видно, что вот буквально в последнее время произошло небольшое укрепление, но так в целом идет снижение нефтяных котировок. На нефть будут оказывать влияние данные по Соединенным Штатам о запасах сырой нефти. Это нефть марки WTI. Теперь смотрим бренд. Картиночка, наверное, похожа. Смотрим на часах. Да, тоже вот в последнее время было небольшое восстановление наблюдалось. Если посмотреть на индекс американского доллара, он уже практически стоит на месте. Третий день подряд, и к концу года вряд ли, наверное, что-то у нас здесь с вами изменится. Осталось совсем немножечко до окончания нашего с вами года. Теперь давайте смотрим систему крокодила. Что у нас по крокодилу? Евробакс. Торговать нельзя, пасть не закрыта. Британский фунт, пасть открыта вниз, не торгуем. Австралийский доллар, пасть открыта вверх, торговать нельзя. Япончик. Вот по япончику что-то складывается, но у нас есть только опорные минимумы, если смотреть то, что есть наверху. Если этот час закроется и не принизит вот этого лоу, это еще 50 минут нам с вами нужно ждать, да, то межфрактальное пространство у нас здесь с вами составит, давайте посмотрим, 17 пипсов вполне себе комфортненько. Ну вот в расчете на какие-то такие спорадические, достаточно мощные движения спекулянтов, можно предположить, что если будет какое-то движение, то для покупок опорный максимум прибавляем спред плюс 1 пипс, для продаж вычитаем из этого лоу. Но еще раз повторять, только когда закончится этот час, не раньше 17 часов это можно будет сделать. Поставить отложенный приказ sell stop для продажи. Вход нужно будет осуществить только одним юнитом. Юнит — это 1/10 часть от общего объема сделки по этой агрессивной торговой системе. Швейцарский франк — резкая смена направления. Канадец — то же самое, только зеркально перевернуто. Новозеландский доллар — смотрим, пасть вроде бы закрывается. Межфрактальное пространство — 33 пипса. Нет, в текущей ситуации, наверное, это не очень комфортно. 33 — это слишком много. Итак, мы посмотрели систему, которая называется крокодил. Теперь давайте посмотрим еще одну систему. Итак, что у нас здесь с вами? Евробакс для внутридневной торговли имеется в виду.
Тренд нисходящий, тренд восходящий. Индикаторы друг другу противоречат, торговать нельзя. Британский фунт, тренд нисходящий. Вот здесь у нас с вами торговая ситуация. Смотрим, что здесь. Ну, давайте вот так, наверное, отрисуем, поскольку в целом ситуация у нас понижается. Но это только в расчете, естественно, на какие-то очень мощные движения. Да? Только так можно рассматривать это. При слабых движениях, конечно же, этого не будет. Ну и чтобы как-то немножко более трезво смотреть на вещи, давайте проведем еще посерединочке вот так вот линию, это в качестве цели, да, то есть некая такая вот половиночка канала. Вот, наверное, ее и будем рассматривать. Итак, по внутренней структуре нам сейчас нужна волна отлива, после чего должен быть сигнал осциллятора в продажу на 5-минутном таймфрейме. Далее на минутах должна быть обязательно консолидация. Если все условия выполняются, можно будет поставить отложенный приказ sell-stop, определить точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели на текущий момент это серединочка нашего с вами канала, ценовой ориентир записываем 1.4775. 1.4775 это для внутридневной торговли попытка что-то предпринять на британском фунте. Австралийский доллар, тренд восходящий в фазе импульса. Здесь у нас гистограмма, похоже, падает. 98, да, 69. По австралийцу ситуация не торговая. По японцу восходящий, здесь тоже восходящий в фазе импульса. Вот по японцу можно говорить, в общем-то, о покупках. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Так, отрисовываем. Это сегодняшнее движение. Ничего лишнего абсолютно у нас с вами нет. Итак, смотрим внутреннюю структуру. Ждем отлив, его окончание и начало приливной волны, сигнал осциллятора в покупку. Как только будет сигнал в покупку, на минутном таймфрейме еще должно быть боковое движение, консолидация. Если все выполняется, значит отложенный приказ buy-stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели на текущий момент верхней границы ценового канала значение 120.70. 120.70. Вот примерно так обстоят дела по японской валюте. Швейцарский франк. Тренд, нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Давайте посмотрим внутреннюю структуру. Что у нас здесь? Так. Будем брать только ближние цели, никуда далеко мы с вами уходить не будем. Не пойдем во вчерашний день. К его минимуму я имею в виду, вот здесь буквально рассмотрим. Итак, идет отлив, дожидаемся, когда отлив закончится, и сигнал осциллятора в продажу нам сообщит, когда начнется приливная волна. Сигнал осциллятора по закрытой свечке на 5-минутном таймфрейме. На минутах еще должна быть консолидация, это узковолатильное боковое движение. Если все условия выполняются, отложенный приказ sell-stop, определяем точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. В качестве цели на текущий момент нижней границы ценового канала записываем 0.9880. 0.9880. Так, канадец, тренд восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Теперь смотрим, что у нас здесь. Так, Канада. Ждем, когда волна отлива закончится, начнет формироваться приливная волна, это сигнал осциллятора в покупку. Как только сигнал на 5-минутном
таймфрейме сформируется, значит, на минутах еще и боковое движение, консолидация. Если все выполняется, ставите отложенный приказ байстоп. Определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели на текущий момент верхней границы ценового канала 1.3905. 1.3905. Вот такова у нас с вами цель по канадской валюте. Так, здесь у нас с вами, здесь фаза отката, новозеландец не торгуется. Вот, по сути дела, практически весь анализ, какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Среднесрочный, как я уже говорил, конечно же, нет никакого смысла сегодня смотреть на торговлю под этим углом зрения. Итак, вижу, что вопросов нет. Ну что ж, давайте будем прощаться. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны, осторожны, берегите себя. Ну и еще раз нас всех с вами поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам самого замечательного окончания уходящего года и всех-всех благ, всего самого наилучшего. Всех прелестей жизненных в новом наступающем 2016 году. Удачи всем, до встречи в новом году. Счастливо!